Я специально ничего не буду говорить, потому что вы это увидите. Прямо слева от меня в электросиле есть замечательный автомобиль, который привозит для вас электричество и все, что с этим связано. Мы не будем говорить о том, что электросила – это лучшее подразделение. Вы сами зайдете и сами посмотрите. Мы будем говорить о том, что если мы будем дружить с электросилой, у нас в доме будет все хорошо. Потому что все, конечно, рано или поздно ломается. Вы должны же понимать. Лампочки, помните, как ломались? Перегорали просто. Другие лампочки также ломались, также перегорали. Даже светодиодные также горят. То есть давайте все-таки определимся. Электричество в доме имеет некоторую такую замечательную проблему, связанную... Сейчас скажу. В институте научили, блин. Вот. То есть все рано или поздно разваливается, да? Оно развалится, тут вопросов нет. Вопрос, где мы будем все это дело делать быстро и качественно. Я считаю, что в электросиле. Мы про счастье говорим, и процедура сложная. Сложная для Магнитогорска. Хотя, выехав в Башкирию, а это конец города, и смотавшись на юг, и вот оно счастье. Можно и у нас развернуться. Можно. Смотря нормальные передачи, коими «Дом, милый дом» и славится. Понятие «понты» – это не для нас. Я всем из разряда ресторанов говорю, снижайте цены до нормальных, 100%, и на всех хватит. И сколько таких? То же самое о других. Таких вот мало, но такие есть. Электросила – вот то, что нужно. По сути, все свое, и ваше счастье здесь. Поверьте, хоть электричество и подвержено в большей степени энтропии, но цены здесь радуют. Все не напрягает ваш карман. В некотором смысле это и есть счастье. Вот наконец-таки случилось, да? Наконец-таки, благодаря Платону, 10% российских дорог стали очень красивыми, ровными. То есть основные трассы между областными центрами, вау, это просто удовольствие, поверьте мне. Я решил прокатиться, естественно. Я решил прокатиться в Курск. Представляете, расстояние какое, 2000 километров до туда. Приехал туда. Меня вот что удивило. Там средний уровень зарплаты 15 тысяч рублей. Люди живут красиво, понимаете? Они радуются жизни. Хотя, в принципе, зарплата не такая уж большая, если честно. Вопрос, почему они так живут? Вопрос, потому что они не видят заборов трехметровых. Вот такие небольшие заборчики. Все абсолютно ровно, грамотно живут. И получают качественное удовольствие. И мне больше всего понравилось, когда я пришел в этот магазин на электросилу и общаюсь здесь с людьми. Когда они сюда заходят, я вижу у них уже улыбки. Это тоже есть хорошо. По одной простой причине. Потому что здесь цены абсолютно нормальные и ровные. Мало того, очень быстро работают специалисты. Мало того, вы должны понимать, что таких мест в городе не сильно-то и много. И вот это на Комсомольской 17 место для вас. Не подскажите вопрос, почему вы приходите в электросилу? Ой, тут мне так нравится, они обслуживают очень хорошо, быстро, и у них все есть. И, по-моему, стоит не совсем дорого. Да, по цене у них очень хорошие цены, доступные. Близко, цена устраивает. Цена устраивает, да? А теперь перейдем в другое место. Отсюда мы уже закончили, вам это все дело показали, перейдем в другое место, на вокзальную 5. Потому что и там тоже есть электросила, которая работает также для вас. А есть ли понятие счастья, когда вы приходите и покупаете товар невысокого качества, но качественный товар для вас? Это есть счастье? Конечно. То есть и здесь в электросиле вы товар покупаете? Ну потому что здесь, в принципе, всегда беру, цены достойные действительно. И постоянно беру, и качество устраивает вполне. Вот оно удовольствие, недорого и есть практически все. Я считаю, что сделав так, счастье можно достичь легко. Видите, газ стал реально стоить меньше, круто, а то мясо можно брать хорошее. И в конце концов можно и без понтов купить сад или без понтов построить свой дом и забыть про сетевиков. Что для человека нужно? Яйки, млеком, сяо разное, и говюжий, и баран, ну и рыба. Мы же так жили всего 30 лет назад, и счастье было в разы больше. Мы можем сделать это и сейчас, вопрос-то простой. Господа бизнесмены, смотайтесь в электросилу и сделайте так же. И вот опять, да, мы говорим о том, о счастье человеческом. Счастье человеческое – это что? Это удовольствие от приобретения товара. Я посмотрел, есть, оказывается, неплохая страна. Кстати, нормальная страна,
Россия. Только надо выезжать, чтобы вы поняли, что счастье это дается и для вас. И есть люди с уровнем жизни всего 15 тысяч рублей, но счастья в них больше. И мы не говорим, что в Магнитогорске этого не может быть, потому что у нас есть электросила. Когда вы сюда придете, вы поймете, что люди работают, и товар замечательный. Товар, который используется часто в жизни. Потому что без электричества ничего не можем сделать. Но электричество также ремонтируется, также переделывается. Потому что, когда вы придете сюда, на вокзальную 5, вы поймете, что то, что нужно для вас, вообще дорого не стоит. И это будет лучший вариант для вашей качественной жизни.